Жизнь есть движение, но обязательно наступает момент, когда боли в позвоночнике и суставах начинают мешать этому движению, если вовремя не позаботиться о них. Рано или поздно все обращаются к какой-нибудь гимнастике, пытаясь вернуть себе здоровье. Но вернуть здоровье человеку, утратившему его, большое искусство. Я не видел ни одного человека, принимающего лекарства и вернувшего себе здоровье. Но я ежедневно вижу людей, вернувших себе здоровье и радость от движения после лечения на наших тренажерах. Я представляю кинезитерапию, где лечат на специальных тренажерах и прежде всего декомпрессионных. Здесь нет осевой нагрузки на позвоночник и суставы, но есть работа мышц, восстанавливающих питание позвоночника и суставов. Иных механизмов природа еще не придумала. В кинезитерапии каждый пациент индивидуален. Нет одинаковых больных, есть одинаковые диагнозы. Люди в большинстве своем не знают и даже не подозревают о лечебных свойствах мышц. И бездумно принимая лекарства, загоняют болезнь внутрь. В любом возрасте, с любой травмой и болезнью можно вернуть себе здоровье, обратившись к кинезитерапевту. Как, с какой нагрузкой, в какой последовательности, с учетом сопутствующих заболеваний, решает врач, обученный лечению по методу Бубновского. Жизнь начинаешь понимать тогда, когда кончается здоровье. Для больного человека, особенно с болями в позвоночнике и суставах, каждый день и даже каждый шаг страдания. И только здесь начинаешь понимать, что жизнь есть движение, движение без боли. Не должно быть запретов на силовые нагрузки, даже при болях в сердце и особенно в суставах. Врачи, не понимающие, что есть правильные и неправильные нагрузки, запрещают любые. Даже сауну, криотерапию и другие процедуры, которые только помогают. В центрах, работающих по методу Бубновского, этому тоже обучают. И именно эти методы и процедуры помогают быстрее выводить болезни с тела. Бояться надо только одного – невозможности обратиться в такой центр –